Є підтвердження, до речі, про удари, які були на початку червня в Волгоградській області, Ахтюбінськ. Ми з вами про це говорили. Є підтвердження наступне, що там таки влучили, це кажуть самі кремлівські джерела і пабліки, що Су-57 таки був серйозно ушкоджений. Пригадую, Юсу казав, мінімум дві машини ушкоджені. Самі ж окупанти кажуть, що одна машина дуже серйозно пошкоджена. Вона або повністю не буде працювати, або потрібно мінімум півроку, аби її довести до якогось ладу, щоб вона почала знову літати. І також, раніше цього не було відомо, самі ж кремлі Київські джерела кажуть, що на Ахтюбінську було вражено також панцир С-1 і комплекс С-300. Это опять те же 600-700 километров, такой же аэродром, и опять же на Волге, как и Энгельс аэродром. То есть это чуть севернее Астрахани. Ахтюбинск, это там центр переподготовки, там же и были Су-57-е. Уничтожение тогда производилось с помощью беспилотников. Опять же, беспилотники, ну да, они могут нанести поражение, но только не уничтожение, если полностью говорить. То есть беспилотник, ну, максимум может нести, даже если самый крутой из наших, которые есть, вот Ниндзи, допустим, или там Цесны, они могут нести там одну авиационную 100-килограммовую авиабомбу. Опять же, точечное поражение только тех бортов, которые находятся рядом, максимум двух. А для того, чтобы накрыть полностью накрытый аэродром, надо заходить с боезапасом кассетных боеприпасов, то есть суббоеприпасов, которые могли бы накрыть площадь, естественно, вывести из строя авиационную технику. Но, тем не менее, даже один поврежденный Су-57, даже если они его поставят на крыло, он реально летать не будет. Ни один летчик на такого рода повреждения, на такого рода самолет, ну, не сядет или будут садиться, поднимать воздух самыми последними. Инженерно-технический состав, командиры эскадрильи будут засовывать его в конец списка и только по большой нужде будут его в воздух поднимать. Почему? Потому что после таких повреждений, когда рядом взрывается боекомплект, а еще и начиненный взрывчатыми элементами, однозначно остаются не восстановленными некоторые узлы агрегаты самолета, потому этот самолет, он уже обречен. Можно его уже списывать со счетов. Второй самолет, о котором говорил Юса, вот он, может быть, был поврежден, допустим, на излете этими повреждающими элементами. Его попытаются, по крайней мере, то есть так поклевало, по крайней мере, но опять же, его по большому кругу запустят на восстановление. То есть будет практически весь самолет перебираться дальше, система восстановления и испытательных полетов, и опять же его поставят опять же в конец списка. Потому можно говорить, что два самолета Су-57 вычеркнуты из боевого дежурства, ну уж очень надолго. Пане Романе, і тепер по нашій авіації. Заявлено наступне, що удар відбувся при фронтовій зоні. Це є лівий берег, Васильівка. Я пригадую, в 23-му році в цьому напрямку також відбувались певні контрнаступальні дії Збройних сил України. 11 кілометрів орієнтовно від лінії бойового зіткнення. Заявлено, що МіГ-29 провів два удари керованими авіабомбами. Ну, бачимо, це є саме місто. І удари такі справді прицільні є. Чи справді це може працювати міг керованими авіабомбами? У нас кілька мігів переоборудовані під підйом воздух крила кабів, так називаємо. Їх можна називати кабами, тобто коректируємо авіабомби, плануючі авіабомби. GBU-39. Уже кілька фото в свободному доступі було, іменно МіГ-29. 5 точек подвески использовано под крепление GBU-39, а это авиабомба планирующая, которая в принципе может до 110 километров планировать, если ее поднять на высоту там больше 10 километров, разогнать до около звуковой скорости. То есть как раз, скорее всего, и, кстати, взрывы примерно 90 килограмм в боевой части, то есть это как раз боевая часть GBU-39. Потому не исключаю, что это была эта авиабомба, она действительно планирующая, она неуправляемая, немножко неправильно управляемая, это когда идет телеуправление, допустим, на прямом управлении летчиком. Это, кстати, вот как Х-59, Х-69 у россиян. У нас тоже есть такие ракеты, но это, скорее всего, корректирующая планирующая авиабомба, которая идет по заданным
GPS-координатам и выполняет боевую задачу. Круговое вероятное отклонение у нее несколько метров. То есть она 90 килограмм боевой части выполняет. Мы видим вот сейчас то точное попадание такой авиабомбы. Может быть, хотя по взрыву этого не скажешь. Это еще могла быть, допустим, тот же «Хаммер». То есть это, это тоже корректируемая авиабомба, планирующая, которая может быть, могла быть запущена только с Су-25. Пока у нас только Су-25 «Хаммерами» работают. Но там боевая часть 250 килограмм, она раза в два, в два с половиной больше взрыв, чем вот тот, который мы на данный момент видим. Ну, я просто для понимания процесса, у нас очень много сейчас есть уже авиационных планирующих авиабомб, тем более у нас еще есть «Джедамы». «Джедамы» — это обвесы для наших старых авиабомб. ФАБ-250, у нас много этих ФАБ-250, ФАБ-500. Вот «Джедамами» — это крылышки, если так для понимания, крылышками обворачивают, то есть зацепляют авиабомбу, и она планирует. Потому у нас как минимум есть три сейчас механизма в планирующих авиабомб. Это «Джедам», это GBU-39 и это «Хаммер» французский. Причем есть еще одна, ну, по крайней мере, в информационном потоке это было, и может быть, это работает, GLSDB. Это та же GBU-39, то есть планирующая авиабомба, только которую в воздух поднимает не самолет, не МиГ-29, а разгонный блок М-26 из «Хаймерса». Он также само разгоняет, поднимает воздух, разгоняет на 10 километров, разгоняет эту планирующую авиабомбу, она дальше раскрывает крылья и идет, в принципе, по такой же траектории, если была бы сброшена из самолета. Потому как минимум 4 механизма, 4 КАБа у нас уже, в принципе, есть. Но надо еще больше. Дело в том, что надо масштабировать эти удары. Сейчас есть информация о том, что украинские предприятия эти крылышки начинают делать сами. Ну, то есть, типа копипаст «Джедама». И у нас будут корректируемые авиабомбы, как минимум ФАБ-250, которых достаточно, еще раз повторюсь, количестве, которые будут выполнять эти боевые задачи, а уже ФАБ-250 могут практически все самолеты, которые у нас есть, которые могут поднимать достаточное количество тонн в боевой части, как минимум 4 у нас самолета есть, которые могут работать с ФАБ-250. Пане Романе, це наша працює авіація, ну, звичайно ж, не мовчать літаки ворожі Росії. Заявлено наступне, в районі Липці, це харківський напрямок, пане Романе, начебто росіяни вперше застосували ракету ФАБ-3000 М-54. Чим вона відрізняється від попередніх ФАБів? Тим, що просто має бойову частину потужнішу? Ну, это да, это трехтонная авиабомба, которую, ну вот по поводу ФАБа, дело в том, что ФАБ-3000, их в достаточном количестве у россиян есть, это старая советская авиабомба, есть и тройки, есть и девятки, и девятитонные, свободно падающие авиабомбы. Но дело в том, что зайти, чтобы сбросить свободно падающую авиабомбу, допустим, под Липцы, это сложновато. Скорее всего, это был КАП, то есть управляемая уже планирующая авиабомба, которую россияне сбросили показательно. Причем это уже подтверждено и нашим генштабом, и россиянами это подтверждается, что это именно трехтонная авиабомба. Такого рода авиабомбами россияне бомбили Мариуполь в свое время, но свободно падающими. Ну, то есть они выходили на Мариуполь, бомбардировщики, и сбрасывали под себя эти авиабомбы, и девятка тоже была там сброшена на Азовсталь. Вот сейчас они, скорее всего, уже запустили производство управляющих элементов, планирующих элементов управления и под трехтысячник. Дело в том, что, во-первых, она, естественно, не пропланирует там 70 километров, это нереально, просто тяжелая авиабомба, несколько десятков километров. Мы можем перехватывать даже сейчас, если будет даже одна пара пусковых установок «Патриот», мы можем эти Су-34, которые могут их сбрасывать, перехватывать эти бомбардировщики, и Су-24. То есть, по большому счету, подойдут F-16, подойдут «Патриоты». Я думаю, мы как раз уйдем от этой проблемы для нас. То есть, самолеты не смогут выходить с этими авиабомбами в точку сброса. Они просто к ней не подойдут. Потому вот сейчас у россиян есть окно возможностей, пока F-16 к нам не зашли. Это окно возможностей дает россиянам Белый дом пока, по крайней мере. Ну, это видно, что нам F-16 не передают для того, чтобы россияне могли
дойти до границ Луганской и Донецкой области или как-то поджать в том числе и по Харькову. Ну, Харькова они двигаться, конечно, не будут, но вот задержка с передачей F-16-х – это попытка удержать украинские войска или оттянуть их, практически формируя линию боевого соприкосновения, формируя линию фронта, практически оттаскивая нас от россиян, то есть давая возможность им продавить наши войска на Восточном фронте. Основная задача, которая у россиян есть, чувствуется вот это... В 21-22 года договоренность между Белым домом и Москвой о том, что Крым и Донбасс передать россиянам в полном составе. То есть это значит, россияне должны выйти на границы Донецкой области. Ну, посмотрим, как у них это получится. Я думаю, уже ситуация выдавит F-16. И сейчас мы видим передачу тех же Патриотов и полностью установок, и есть пусковые установки нам Нидерланды передают, по крайней мере, я думаю, хотя бы один блуждающий Патриот мы опять сформируем и начнем отстреливать российские Су-34 с этими кабелями.